Фельдшеры из Пушкина, Домодедово, Электростали, Красногорска и других уголков Московской области собрались в зале Химкинской подстанции скорой медицинской помощи. За неоценимо важную работу по спасению людей медиков поблагодарили глава Химок Дмитрий Волошин и первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. Что вы приходили в хорошие стены, чтобы вам было все удобства, комфортно, чтобы вы ездили на хороших машинах, чтобы у вас как можно меньше было риска для жизни во время исполнения вашей обязанности, потому что такое бывает очень часто. Вот, поэтому спасибо вам. В торжественной церемонии фельдшерам вручили благодарность губернатора и Министерства здравоохранения Московской области, а также благодарственные письма главы городского округа Химки. Там мы видим 4000 вызовов в сутки. Обычно мы знаем, что эта цифра в районе 300. Мы понимаем, какая большая нагрузка, и администрация делает все возможное для того, чтобы мы оказывали ту именно хозяйственную помощь, которая сегодня находится непосредственно в наших руках. Я хочу пожелать вам всем, в первую очередь, крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть все ваши мечты сбудутся. Спасибо. Среди особых наград – почетный знак с благодарностью от главы. Дмитрий Волошин вручил фельдшеру, который проявил профессионализм и спас жизнь ребенка, когда счет шел на секунды. У меня, получается, мечта детства, получается, потому что все мои родственники, знакомые, и доктора, и врачи, как получается, по семейным путям, получается, врач. Ну вот, естественно, я хотел стать врачом. Сегодня в Химках работают 22 бригады скорой помощи.